Народ, привет! До запуска Galaxy S24 осталось как минимум 5 месяцев, но большая часть подробностей о будущих флагманах Samsung уже просочилась. Все три телефона в линейке – Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra – получают впечатляющие апгрейды. И несмотря на наличие основной камеры на 200 мегапикселей, как и его предшественника, Galaxy S24 Ultra будет использовать более новый сенсор. Но, друзья, прежде чем мы перейдем к подробностям, рекомендую подписаться вам на наш телеграм-канал. Здесь максимально оперативно все инсайды, слухи и просто интересности из мира технологий. У нас уже достаточно большое там сообщество, поэтому призываю вас присоединиться к нам. Ссылка в описании или через поиск в телеге, ищите Техно Гарри, мы будем первые. Ну а сейчас продолжаем. Хотя уже известно, что Samsung будет использовать датчик с разрешением 200 мегапикселей для Galaxy S24 Ultra, ожидалось, что компания будет использовать тот же датчик, который использовался в Galaxy S23 Ultra. Но это не так. По словам надежного инсайдера Ice Universe, Galaxy S24 Ultra будет оснащаться 200-мегапиксельной матрицей камеры ISOCELL HP2SX, более оптимизированной версией ISOCELL HP2, используемой в Galaxy S23 Ultra. Он имеет оптический формат 1:1.3 дюйма и размер отдельных пикселей 0,7 микрометра. Скорее всего, он будет иметь автофокусировку Super Quad Face Detection, запись видео 8К со скоростью 30 кадров в секунду и режимы объединения пикселей 16:1 и 4:1. Уже стало известно, что в Galaxy S24 Ultra будет использоваться модернизированный телеобъектив с сенсором на 50 мегапикселей, размер 1:2.52 дюйма и пикселями 0,7 микрометра. Он будет работать в сочетании с объективом с трехкратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения, что приведет к значительному увеличению качества, когда дело касается деталей. Сообщается, что он будет обеспечивать пятикратный зум оптического качества благодаря сочетанию большего сенсора и встроенного кадрирования. Сообщается, что в телефоне будет использоваться та же селфи-камера на 12 мегапикселей, сверхширокоугольная камера на 12 мегапикселей, к сожалению, ее не проапгрейдили, и 10-кратный телеобъектив на 10 мегапикселей. Это все, что уже используется в Galaxy S23 Ultra. Другие особенности S24 Ultra включают процессор Snapdragon 8 Gen 3, причем по последним данным он будет во всем мире, без Exynos, 12 или 16 гигабайт оперативной памяти, 256, 512, 1,2 терабайта встроенной памяти, сканер отпечатков пальцев под дисплеем, степень защиты IP68, стереодинамики, титановая рама и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт. Скорее всего, он будет оснащен беспроводной зарядкой мощностью 15 Вт и обратной беспроводной зарядкой мощностью 4,5 Вт. В коробке телефон будет работать под управлением Android 14 и One UI 6.